Всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке диммер для LED-панелей. В частности, то есть у меня на канале есть распаковка фотобокса Falcon Eye. И вот внутри этого фотобокса раньше, то есть не было поставки именно вот этого диммера для того, чтобы изменять интенсивность света непосредственно при помощи вращения данного кольца. Также отключение непосредственно света во время съемки. То есть не выдергивать шнур из розетки, а отключать посредством вот этого устройства. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. В настоящее время практически все фотобоксы, также аналоги, снабжаются вот этим вот устройством, но китайская барахолка AliExpress предоставила возможность вот купить данный вариант. Пришло, как обычно, в сером пакете. Внутри не было ничего, никакой упаковки. Вот в таком варианте и пришло. В настоящее время, кстати, они собирают на китайской границе все посылки одному лицу, там плюс-минус трехдневные закупки. И общую посылку присылают непосредственно в Российскую Федерацию. Так, давайте посмотрим, что пришло. То есть, по сути, вот два штрика, так называемый папа-мама. Или кому как удобней, там по-английски family-mally. То есть мужчина, женщина и так далее. Но у нас в простонародье, то есть папа-мама называют. Ну, понятно, где папа, где мама. Дальше вот в таком варианте сам пришел диммер. То есть предназначен он для 12-24 вольтов. То есть когда у вас плюс идет непосредственно внутри штырька, а минус непосредственно сама верхняя оболочка. То есть внимательно смотрите. В данном варианте для моего фотобокса, то есть это все подходит. То есть есть здесь кольцо. То есть вот есть фиксация, отключение и увеличение от 0 до 100%. То есть выполнено из пластика все. Кстати, увеличивается длина шнура где-то на 36 сантиметров. То есть это вот отсюда до сюда 37, это вот до края. То есть все удобно фиксируется. Давайте сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть и работать непосредственно внутри фотобокса. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.